Всем здравствуйте! Вы на канале Фортун ТВ. Называйте меня Валентина. Сегодня будет видеоотзыв о обуви. Так, бренд идет Примадонна. Так, это у нас полуботинки женские. Тоже было по акции 339 рублей. Без акции они стоили 3599. Вот такая у меня есть штучка. Это именно ценник был. В общем, от магазина фамилия здесь вот указана. Я потом тоже видео вставлю, когда буду обрабатывать. И, в общем, давайте я их покажу более подробно. Вот такие вот женские полуботинки. Правильно, да? Полуботинки там. В общем, чтобы мне не ошибиться, поэтому пересматриваю. В общем, тоже получила их в подарок. Буду их носить с красным платьицем, также с черными брючками, в общем, на осень. Тоже видео выложу зимой, именно в YouTube. Потому что я уже объясняла там, мне нужно сначала другие видео выложить, старые, которые... залежавшиеся у меня, я их скапливаю. Ну, в общем, давайте, хочу что сказать. Подошва здесь отличная, мне понравилась. Каблучок невысокий, не знаю, сколько сантиметров, я их не измеряла вот этим. В общем, тоже не написана страна, кстати, здесь. Я думаю, тут тоже написано, нет. В общем, здесь такие застежки на резиночке сделаны. В общем, по ноге все прекрасно, в общем, классно. Мне раньше такие не нравились, по молодости и с возрастом что-то какие-то во мне изменения произошли, и я, в общем-то, стала такие вот носить. Мне еще здесь нравится то, что как типа клепочек сделано, в общем, классные. И они какие-то необычные. Я, короче, что-то в последнее время стала замечать, то, что мне более привлекают какие-то необычные вещи, все подряд не хочется. В общем-то, выбирать. Ну вот, в общем, такие мне понравились в подарок. Спасибо огромное тому, кто мне подарил. Секрет, кто мне подарил. В общем-то, в первом видео поймете, где у меня вышло там полосапушки. Тоже из магазина фамилия. В общем, просто цена даром. В общем, невозможно было отказаться за 339 рублей. Я ценник ставлю в видео, чтобы... вы видели. В общем, я не нашла здесь никаких вообще косяков совсем. В общем, за такую цену, в общем, это я считаю вообще круто. То, что, в общем, почаще просто вот в магазин нужно будет заглядывать, еще нам с подружкой, и, в общем-то, прогуливаться. В общем, вот как так посматривать. Классные. Мне очень не понравились. Они, кстати, удобные. Ничего не натирает. Может, если кому-то модель такая заинтересует, можете посмотреть, сходить, тоже себе приобрести. Ну, в общем, вдруг вы тоже такой счастливчик, как я, окажетесь, за 339 рублей приобретете, то я вам рекомендую. В общем-то, с магазином я никак не связана. Это, в общем, как бы... нет магазина реклама, не сотрудничаю я с ним, просто вам отзыв оставляю, как бы первое впечатление. В общем, достаточно хорошо сделано, качественно, в общем, классно. Буду с огромным удовольствием носить. Также еще можно их и с джинсами, тоже я их думаю еще пока с чем еще, там тоже есть и тренч, буду с тренчем и с платьем сочетать, и с брючками классные. Вот у меня там брюки такие классные есть. Черный, наверное, уже вы видели. Я, по-моему, выкладывала видео, там очень классно. Так что не побоюсь рекомендовать, кому это нужно. Полезно будет. Заходите, смотрите, покупайте. Всем до новых встреч. Всем пока.